Вот, нет правы, нет изображения. Для проверки вначале включаем питание. Так, питание дали. Раз индикатор горит, значит дежурка есть. Теперь ставим на 20 вольт. Так, берем минус и проверяем питание на плату материнскую. 12, 12, 12, 12, последняя должна быть и земля. Вот все как на схеме написано. Вот видите. Дальше проверяем. Сейчас телевизор выключен. Да? Проверяем питание, здесь не должно быть. О, надо поставить вначале на 200 вольт. То тест испортится. Проверяем две крайних. Ноль. Теперь берем пульт. Включаем. Убедились, что он включился. Проверяем питание. Вот 1162 вольта. Проверяем отдельно. 135 вольта. Должно быть 0. Проверяем на другой лампе. 0. А должно быть 160. Значит, неисправны диоды.